Меня волнует ситуация на проезжей части дорог нашего города. Обильные снегопады. Понятно, что убирается. Но вот сейчас такая ситуация, когда снега очень много, снег рыхлый, но синоптики обещают нам похолодание и морозы. И вот этот рыхлый снег превратится в совершенно непроездные колдобины. Вот убедительная просьба ко всем заинтересованным организациям и службам, чтобы в ближайшие дни, несмотря на то, что приближаются выходные, все-таки постараться убрать вот эту снежную кашу для того, чтобы потом у нас у всех не было проблем. Я бы хотел обратиться к коммунальным службам нашего города о том, чтобы они более внимательно занимались вопросом очистки наших улиц. Особенно обратить внимание на парковочные места, потому что, несмотря на то, что многие жители подают заявки в Умный Саров и обращаются в коммунальные службы, не всегда своевременно происходит очистка территорий. Друзья, если вам нечего посмотреть субботним вечером, лежа дома на диване, могу посоветовать классный сериал «Удивительный миссис Мейзел». Это о судьбе нелегкой домохозяйки еврейского происхождения и что вдруг случается, если в тебе просыпается внезапно талант стендапера. Я хочу передать привет своим однокласснику школы номер 10 и также хочу передать привет маме, бабушке и папе, и дедушке. Я хочу сказать привет театральному коллективу «Люкс» Бориса Сойзна. Привет, ребята! Вы большие молодцы! Хочу передать привет Будина Агене, нашей руководительнице Светлане Ивановне. Еще я хочу передать привет Давыдовой Насте и Козелковой Насте. Я хочу передать Людмиле Николаевне привет, желать ей счастья, здоровья и чтобы она была всегда такой же красивой. Я хочу передать всем привет, с кем я знакома, с кем я общаюсь. Хочу передать привет Синицыной Татьяне Геннадьевне, большой прям... Ее любимая песня «Отпусти и забудь, новый день укажет путь». Немножко слова перепутала, но ничего страшного, в принципе. Танюха, привет! Дорогие друзья, я вам настоятельно рекомендую тепло одеваться, потому что синоптики нам прогнозируют скорые-скорые сильные-сильные похолодания. Поэтому берегите свое здоровье, закаляйтесь. Крещенские морозы прям буквально-буквально нас настигают. Здоровья вам и всего самого хорошего. Я всем рекомендую заниматься спортом. Сама очень люблю все виды спорта, ну или почти все. Поэтому, друзья, занимайтесь спортом, будьте здоровы.